Какая-то хрень, я вообще не могу. Короче, смотрите, в чем прикол. Мы побежали наверх с НВ. Алло! Меня слышно? Шадовак, что-нибудь. Фак, блядь, ебать, убийца. Он просто при мне взял и убил, блядь. Придурок, что ли, блядь? Я просто стою, он просто взял и ёбнул. Простите меня. Дайте человек зарепортил труп, ребят. Смотрите, дайте ему сказать. Что произошло, смотри. Мы вдвоем с НВ побежали наверх. Побежали наверх. Кадастр его убил. Он спускается вниз. Стреляем Shadow Max'а. Кадастр стоит, получается, смотрит в стену. Я такой, ну, блядь, ну... Ну, что ты, ну, ты, блядь, ты стоял и просто... Не, ну я фанга скинул. Ребята, инфа есть. Ну это, блядь. Не по трупам сейчас, просто я Никитос Шадовак спалился, он на мне. Я слышал, у него микрофон был включен, он пробил, ебашил. Скорее всего, он голубь. Ну вот так тоже, подождите. Короче, я бы Шадовак с фанга выводил. Это не Денис, потому что мы с ним весь раунд были. А там, по сути, у нас два трупа. При мне просто фанг. Я еще раз говорю. Блядь. Да, я линчевателем, еще раз говорю. Ага. Потому что так я сказал, ты... педастр... Ну, так что, ты, Пипедастер? Если ты видел, что Пипедастер убил Энвита, ты мог пойти, блядь, нажать ну, да, колокольчик карта и сказать, что карта. Ты Пипедастер, блядь. Где колокольчик? Скажи мне, где находится? Блядь. Я в душе так не ебу, где он, блядь. Ладно, я скипаю, я хуй знает, ребят, с вашими докладами. А, бля, какие-то разборки. Ну, ты просто при мне убил, блядь, Пипедастер. Ты мог сказать, блядь, я видел, как Пипедастер убил при мне, я же стоял рядом и ёбнуть его. Так он, кстати, я рядом прям был, вот, я на нем стоял, блядь, в метре в одном. Ну, слушай, это же... А чё в меня? А в меня-то чё, блядь? Слушай, там такая есть хуйня в начале, тот, кто репортит, он только он говорит, все остальные замутаны. Фанк, через ты на шару. Ну, то отдыха, колокольчик. Нет. А как я спалился, я не понимаю. Ты спалился в самом начале. Я убил фанга, я шериф. Тихо. В самом начале, когда сказал, что у меня нет роли. Остается в пике три человека. По всей видимости, ты был один из них. Тут появляется мимик, тебя показывает одним из мафов. Поэтому я понял, что мимик ты. Тут я ложанулся. Я не знаю. Ну, Аня меня жестко спалила с пробелом ебучим, блядь. Ой, кто выбил? Это я. Катя, блядь! Да. Ты чё, охуела, что ли, блядь? Ну ты же нажимаешь, блядь! Вот так, блядь, нажимаешь, блядь! А это как Женя спалился, блядь! Это как Женя спалился, блядь! А что произошло? А вы поняли, что произошло? Рассказываю вам историю, это просто, я не знаю, мне чуть не сбало. Можно я расскажу, пожалуйста, с самого начала, как это было? Давай. Инвит, получается, спалился в самом начале на драфте. Он говорит, у меня не отображаются роли. Остается три человека на пик. Появляется мимик. Соответственно, он остается одним из этих трех. Он появляется в списке как третья мафия. Сразу понимаю, что он мимик. Он бегает с фангом. Я его вырезаю. Мы с фангом отбегаем вниз. Он вырезает меня и репортит на глазах у Никиты. Потому что я не того убил. Я убиваю Инвита, говорю, это был мимик. Я два раза сказал, это был мимик. Он, видимо, меня не услышал. Я услышал, я не попал. Я подхожу, нажимаю, чтобы Макса убить, понимаешь? А он не нажимает, не знаю почему. И убивает, он убегает, убегаешь ты, я тебя. А знаете, почему Шадумакс спамил пробел? Потому что он голубь был. Да, тут же Катюха спалила меня, блядь. Я на нахуй микрофон, сейчас чувствительность. Подождите, секунду, я чувствительность поменьше сделаю. Ты можешь просто по включению работать. А что взломщик делает, расскажите? Взломщик открывает замки. И если в тюрьму посадили кого-то, может скрыть клетку быстро. Да, он может открыть клетку раньше. Меня так слышно, нет? Нормально? Слышно. А вот так слышно, что я нажимаю? Так слышно, что я нажимаю? Да. Бля, надо поменять пробел, нахуй. Нет, я просто сейчас поменяю, блядь, действия. А у меня не слышно. А почему я ролей сейчас не вижу до сих пор? Почему я ролей не вижу? Потому что драфт. Ну, потому что это драфт, ты не знаешь, какие роли будут. А, понял. А вот так слышно? Вот так слышно? Слышно? Короче, надо молчать, да, до конца, чтобы меня Родион слышно, не зарезал. Я же говорил. Ёбаный микрофон, блядь, купил себе дорогой микрофон.
Бля, ну вообще, а вот, видите, давай. Вот так, вот, вот так, вот, вот стоп, 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 вот так слышно? Вот так слышно? Да, слышно тебя, слышно, блядь. Тебя слышно? А то что кнопки же... Нет, не слышно. Кнопки не слышно. Нет. Если не долбить, как-то... Вот, заебись. У меня просто... Вот сейчас слышно. Ну, пробел как бы, да. Вот, вот, пробел жму, да. Слышно? Слышно. Так а вот так? Нажми его аккуратно один раз. А ты просто да, не говори голосовой и не жми пробел. Забей себе voice не по голосу, а по активации кнопки, и все. И вот я да, сейчас и просто... Мьюз, и на пробел, и на пробел. Вот я сейчас молчу все, и нажимаю кнопочку. Давай. Все молчите. Не слышно было? Я не знаю, а Родион смеялся, я не услышал ничего. Попробуй совсем было слышно. Короче, начинаю. Сделай активацию голоса по кнопке. Сейчас я поактивацию активацию голоса сделаю, блядь. Джека вылетел. Джека вылетел из игры. A few moments later. Слышно меня? Давай, я отойду от тебя, ты понажимай пробел. Слышно, 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 слышно меня? Слышу. Слышно тебя. Меня сейчас? Слышу. А, ну все, я просто проверяю кнопочку. А ты стой. Ты меня слышно? Отойди от меня и поспам да, пробел. Да, да, да. Вот, не, я жму на кнопку и нажимаю пробел. Не, не слышно. Так? Не, не слышно. Блять, а как до этого было, блять, слышно? Какого хуя, блять? О, пизда, нахуй. Не подходи ко мне, я тебя боюсь после той игры. Давайте я вас помирю. Ты пидорас ебаный. Давай, давай, давай. Короче, он сильно извиняется. Типа он сказал, так больше не будет. Он тебя простил. Да не заебай. Тихо, 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 тихо. Думаешь, это сработает? Олег. Волны крутить, так. Да не убейте друг друга. Давай, давайте я хоть отсчетом. 3, 2, 1, ебашьте. Подожди. Давай еще раз. 3, 2, 1. Не меня, дурак. Трах. Между собой. Да. Ребята, короче, тема такая. Я увидел, как Фанк убил Элдера, а из Элдера вывалился Shadow Lux. Так, стоп. Стоп, пеликан. Есть подтверждение от инфа. Стоп! Очень важный файл, ребят, извините, если меня сейчас прям пристрелят, это НВТ ассасин, если прям сейчас меня пристрелят. Все, просто. Ага. Стопэ, стопэ. Я никого не убивал, Тарас. Я стоял, подожди. Меня слышно? Нет, вообще нет. Да, слышно. Не было, не было. Короче, говори, сожрал, блядь. Элдер, блядь, ебаный. А знаете, кто Элдера убил? Ну, кто? Ну, как вы думаете, кто? Ты можешь кто? Ассасин какой-нибудь, да? Фанк? Ну. Ты можешь сказать или нет? Нет, не ассасин. Скажи имя. Эспер. Я не буду Эспер, ничего говорить. Эспер, в смысле, ты не будешь говорить? Ну, ты видел, ребят, минуту. Смотрите, я стоял, делал квест. Рядом со мной был Фанк. Элдер ходил и говорил, хотите, я вас померю. Я пока делал квест. Я пока делал квест. Ну, Фанк. На Фанка кричал, не подходи, подходи ко мне, тебя боюсь после той игры. Да, я стоял, делал квест. Олег, я расстроен. Я расстроен. Просто меня Элдер сожрал, Пипедастер такой бежит, и хуякс, просто я вываливаюсь из Элдера, блядь. Так Пипедастер или Фанк? Нет, я отошел. Пипедастер нормально, блядь. Олег, слушай меня, Shadow Max с махом и кем-то играет. А второй мах, Эспер, убил Элдера. Запомни, Shadow Max и второй еще и мах. Потому что меня Элдер... сожрали, просто меня да, сожрали, блядь. А ты махом был, а второй мах видел и убил Элдера. Нихуя не поняла? Я скипну, я решил вас в километре от меня стоял. Возле Элдера был Фанк. Я был, блядь, в Элдере, вы что гоните? Вы вообще слышали, что они наговорили? Колокольчик, нужен колокольчик. Да, нужен колокольчик. Срочно колокольчик, срочно. Они чуши наговорили. Вот так, да. Ну давайте сейчас. Давайте, вперед. Тебя подставили. Жестко. Он этот инвизный, он, короче, на меня проюзал, типа, и ты в момент подошел ко мне, и я сдох. Типа, убил меня чел. Вот так вот. Так, просили колокольчик, я нажал колокольчик. Еще раз повторю ситуацию. Я сделал квест.
Фанк подошел к Элдеру, убил его, из него вывалился Никита. Ты прям видел анимацию убийства? Ну, блядь, вот я был. Ну, ты стоишь там, Элдере. Появляется труп, и вываливается Никита. А Фанк убил Элдера. Короче, есть предложение кикнуть точно Фанга и Шедувакса в размен. Потому что Шедувак сказал сначала, что его что кто-то убил, он не будет говорить кто, потом он сказал, что Пипидастер подбежал, и я вывалился, а потом он сказал, что Пипидастер был вообще нормальный, и он очень далеко был. Ну, ну еще раз говорю, смотри, еще раз моделирую ситуацию. Я просто сомневаюсь. Делал... Тихо, Пипидастер, дайте Пипидастер сказать. Дайте Пипидастер сказать. Я стоял, делал квест. Как только я закончил квест, у меня освободился экран, и я вижу, что Фанк подбегает к Элдеру, и из него вываливается, из Элдера вываливается Шедоу. Я даже не, Я даже не добежал до него. Не-не-не-не-не, он точно добежал до меня. Он меня проглотил. Ребят, почему мы игнорируем, что я просто не понимает, кто убил пеликана? Я просто охуел с того, что, блядь, меня кто-то проглотил. Пидорас, блядь. Ну, пидорас. Ребят, я понимаю, что это подозрительная хуйня, но тема такая. Я стою, сейчас скажу, значит, где. В реакторе. Никита подбегает ко мне. И просто, блядь, умирает. Это Эспер. В реакторе? Эспер его убил. Это Эспер. Это Эспер убивает. Эспер. Или Родион всех переиграл нахуй и захуярил Шедувакса, потому что тот его весь план спалил. Нет, еще раз, по той ситуации, еще раз говорю, что Фанк подошел, убил Элдера. Он прям вплотную к нему подошел, Шедувакс вывалился. Я сейчас делал квест в реакторе. И просто он упал рядом замертво. Это не НВТ, 100%. Он может меня обелить, я могу его. Мы сейчас заспавнились в кафетерии, прибежали к кнопке и пиздели возле кнопки. Пипидастер, если бы был в паре, он бы был в паре с Шедуваксом. Аладик, Денис, вы друг друга видели? Кто-то видел их вообще? Я была с Аней. Мы с Аней внизу. Где кафетерий внизу? Вы короче, мы были в хранилище, да, в самом низу. А, это да, грузовой отсек, пересеклись. Значит, Денис Эспер. Я значит, вначале рал. Нет, значит, я вначале рал, только Аню видел. Ну, а, мы с Денис... Я в рубке стоял, типа весь раунд. Мы с Денисом на мостике были. Но он пробежал, наш... Я только Аню видел, только Аню. Я вообще больше никого не видел, за весь раунд. Да, я на мостике делала квест, там Денис, я еще такая... Но в самом начале раунда это было, правильно? Это в самом начале раунда. Потом я побежала в грузовой отсек под хранилищем, там с Катей пересеклись, и вот мы сейчас в кафетерии бежали. Ну, я бы в Дениса скидывался. Потому что если бы это, смотри... Я не мог там быть в принципе. Я не мог перейти, это не они, а зафризило бы. Они бы не могли бегать вдвоем в конце во время килла, их бы зафризило. А мы с тобой там даже не пробегали. Что голосуем? Да. Ну, в Дениса. Его никто не видел. Либо Пипидастер нас переиграл жестко. Ну да, как и он шал режет, прикидывается Эспером там. Если нет, то я пойду ёбну Пипидастера. За что? У меня баллы есть. Да во что люди мрут рядом со мной? У меня есть... Блин, я Ростов приеду, с двух ног влечу, блядь, в Родио, отвечаю. Просто пиздец, мне тут ехать 5 часов всего. Не слышно вообще, нет? Да. Ну вот, я, блядь, приеду к нему, с двух ног влечу, блядь, ему на сатурку. Скотина, блядь. Потому что Родя скотина еще та, блядь, оказывается. Ну да. Ну, как повезло ему, что я, блядь, рядом не с ним умер. Так, что-то пиздец просто, блядь. Кого тебе, блядь? Смотрим. Ау. Что? Где тут? Да. Сейчас подойду. Так, нет. Я типа вообще, я реально в рубке стоял, весь раунд, блядь, меня просто за руки. Блядь, надо было тебя ёбнуть. Надо было тебя, блядь, ёбнуть. Что такая? Просто нажал, потому что мы не договорили тогда, и мы Пипидастер, типа, нас переиграл, получается, или что? Кто-то еще умер? Да. Мы потеряли Аню. Аню убили. Она только Аню что убили. Рядом со мной ходила. И рядом с нами Пипидастер был опять. Я потушил слева этот. Я убежал справа потушил. Я тушил, Я справа были, побежал, да. Начал тушить, да, я дотушили. Олег, откуда были саботажи, скажи мне? А я не посмотрел. Я забыл про это. Я вот не знаю, инженер ты или нет. Короче,
Я могу... А, нет, так не могу. Ну как будто бы да. Надо пипедастра слишком подозрительно. Давайте сольём пипедастра, он нет, да. Кикните. А потом хорошо, меня. Просто рядом еще бегала Катя. Нет, ну, вот Катя рядом тоже бегала. Олег бегал. Подождите, они обеляли друг друга в прошлый раз? Катя и Аня, да? Да. Что? Нет, не обвиняли, мы рядом... Так, нет, нет, они нет, обеляли, но... Обеляли друг друга. Обеляли, но значит, Аня мертва. А я тебе, Олег, верю. Значит, я голосую пипедастра. Ну, го пипедастра. Потом мы проёбываем. А прикиньте, он Додо. А прикиньте, он Додо все это время. А прикиньте, я Додо. А Додо нет. Или есть? Додо был. Блядь, игра не закончилась? Сейчас узнаю. Да, закончилась. Закончилась.